Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16. Прогноз погоды представляет салон мехов «Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки, лисы, каракульчи. Салон мехов «Греция». Идеальное соотношение цены и качества. В предстоящую пятницу Западная Сибирь будет находиться на орбите влияния атлантического циклона, наполненного плотными полями облачности, небольших снегопадов и относительно теплыми воздушными массами. Днем по округу облачно, небольшой снег, температура воздуха от минус 3 до минус 14 градусов. В Сургуте и окрестностях облачно возможен небольшой снег, ветер южный с переходом на юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха минус 7-10, в окрестностях города 6-11 мороза. 8 февраля солнечные активности, геомагнитное поле спокойные. Атмосферное давление немного повысится и составит 773 миллиметра ртутного столба. Новый год и Рождество в салоне меха «Греция». Большое поступление изделий из норки. Скидки до 30%. Салон мехов «Греция». Сургут, улица Университетская, 7. Сургут, улица Ленина, 16.